Всем добрый день, милые дамы, уважаемые подписчики, с вами Ольга Ищехи, и сегодня я хотела бы представить вашему вниманию видео с воскресной чешской барахолки. И сразу хочу вам напомнить, что все цены, которые вы видите, это чешская крона, а вы уже с помощью интернета можете сами перевести в евро, доллары, кому какая валюта нужна, в ту, милые дамы, уважаемые подписчики, и переводите. Также скажу вам, напомню, что все эти видео, это большое видео с барахолки, было показано в группе Telegram. В группе Telegram вы можете вместе с нами онлайн посещать барахолки, антикварные магазины и делать закупки тоже онлайн. Потому что не все, что мы показываем вам, не все мы можем купить. Всю барахолку с собой не унесешь и не купишь. И еще скажу, что посмотрите, тут играла музыка. Очень жалко, что нельзя показать полностью в Ютубе видео со звуком. Поэтому, кто хочет, в группе в Телеграм вы можете послушать, как патефон играет. А дальше видео уже со звуком непосредственно с барахолки. У нее есть интересная значка. Значки у нее, наверное, не будет. Слушай, нет, есть. Да, есть. Чехословакия. Tomu já říkám plán. Že jo? Tím bych dneska začal. Dobrý, děkuji vám, díky. Jak se máš, Sašo, vůbec? Nic moc, já bych řekl. Já patru. Ano, já, jako... Našli jste to? Hledáte to, nevíte. Jsou málo hodně, a když to takhle komplet. Tam spíš jde o to, aby oni neměli kazy. Ne? Lomáko. Пойдем.
Или нет? Скорее всего, какой-нибудь сплав. По полисаде. Что ты нашла? Какую-то заколочку? М? Ты заколку какую-то нашла? Я? Да, вот он. А, это вот. Да, это заколка. Умение пудренить. Классно. Ну вот этот не очень, а вот этот классно. Развелась. Ну, кстати, относительно чистый. Угу. Тут на нем будет снизу пятно, но оно... Я думаю, что его можно подержать в порошочке. Его можно вывести, да. И если это ржавчина, то это уже не отмоется. Это не отмывается вообще. Хотя, что я знаю, может, кто-то умеет это делать. Жалко. И вот это вот тоже такой мешочек. Машташки? Ну или я же тоді мам покрапує, там покрап, ще гравав. Ще йде, майбу то. Це що які? Ще ten oltářek tam máte se stříškou. Jo, to je krásná věc. To je starý, to je jaký 200 let starý. To malovaná Madonna. Takhle vám vracím ten držák. Klasičky, jo? Mám, ty mi stačí.